Добрый день. Добрый. Опять массаж? Нет. Сегодня у нас воздушные процедуры. Прогулка, Никонов. Спасибо. Я нагулялся в прошлый раз. А что, серьезно? Ну, неужели вас так задели слова этих двух странных женщин? Вам платят за то, чтобы вы провели курс массажей. И не надо этой вашей самодеятельности. Не самодеятельность. Я просто стараюсь для вас. Я хочу как лучше. А не надо лучше. Вы просто должны сделать то, что обязаны. Иначе я найду замену. Почему бы не сказать правду? Дело глухое, никто не хочет браться. Ну, короче, в двух словах. Некая гражданка Томишевская, Ева Станиславовна, проснувшись утром рано, обнаружила у себя в шкафу труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Пьяная бытовуха, алкоголичка, которая с вечера не поделила что-то со своим сожителем. Да нет, она не алкоголичка, она нормальная девка. Просто утверждает, что видит мужчину впервые. Нож опознала, он из ее кухни был. Сейчас эксперты делают отпечатки пальцев, прорабатывают там. Ладно, не пьяная бытовуха, обычная. Только с легкой мутью. Убитого не знаю, ножик мой. Ну вот ты и выясни, бытовуха или нет. Я тебе уже Володьку послал. Николай Владимирович, слышали? На общение с вами у меня уже... А вы теперь со мной на «вы»? А где Равинская? А ушла, я ее только что на лестнице видел. Ну и хорошо. Добрый. Докладывай обстановку, Слепков. Докладываем. Привет, Серега. Привет. Значит так, трупное окоченение наступило где-то часов 6 назад. На руках и на одежде потерпевшего следы крови. Ну и рана в подбрюшине. Сергей Юрьевич, вот орудие убийства. А ну, верни обратно. А, да. Прикольная татуха. Я таких еще не видел. Вроде как такой взрослый мужик, а такого гламурного котика набил. Сам ты гламурный котик. Это знак профессионального вора-домушника. И чему вас только в академии учат? Элементарного не знаешь. Ой, Сергей Юрьевич, планшет разряжается. Эй, ты что творишь? Где изображение? Что? Достается от начальства, да, студент? Вообще-то я помощник следователя, и мы, между прочим, с Юрьевичем напарники. Напарники. Где Томишевская? Там на кухне плачет. Хорошо. Можно? Прошу. Спасибо. Здорово. Вот он, наш жмурик. Угу. Вот. Итак, Ева Станиславовна, вы утверждаете, что никогда раньше не видели этого мужчину. Да в который раз повторяю, я его в первый раз вижу. У вас есть дома особо ценные вещи, драгоценности? Да. У меня есть 11 тысяч долларов. Ого! Нет, я такую большую сумму не храню дома. Просто мне знакомый вчера пригнал машину из Европы. Я должна была днем за нее расплатиться, вот и сняла сумму в банке. Да я 3 года копила. Как много людей знали, что у вас дома хранится такая большая сумма денег? Где-то 5 человек. Укажите их имена, точный адрес и место работы. Скажите, где сейчас могут быть эти деньги? Деньги нам придется изъять в интересах следствия для идентификации. Потом напишите расписку. Тело мы уже увозим. Хорошо.
Подозреваемую мы тоже увозим в участок. Какой участок? Какая подозреваемая? Я же его не убивала, я вам клянусь. Не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Скажи, кто тебя за язык тянет, умник? Собирайтесь, Ева Станиславовна. Поедем. Я уверен, что это Томишевская сама и убила этого мужика, который залез ее ограбить. Уберем эту версию как рабочую. Улики, доказательства ты собрал? Что там с отпечатками на ноже? Должен отписаться эксперт. А вот и заключение эксперта. Отпечатки на ноже принадлежат Еве Томишевской. А что сама подозреваемая говорит об этом? Говорит, что последний раз видела нож вчера вечером на пикнике. Они с друзьями ездили. Кто-то может подтвердить? Не знаю. Ева Станиславовна, кофе будете? Спасибо. А теперь расскажите все о вчерашнем пикнике. В деталях. Я же все рассказала вашему начальнику, который меня допрашивал. У меня другой начальник, поэтому придется рассказать все еще раз. Что? Я говорю, у меня другой начальник, поэтому придется рассказать все еще раз. А вы у Игоря были? Он должен все подтвердить. Я же дала вам номер телефона, адрес. Об Игоре мы поговорим позже. Давайте остановимся на том, что нам нужно услышать обе версии. Да нечего рассказывать. Пашка, наш друг из компании, хотел нас познакомить с новой девушкой. И ради повода устроил пикник. А мы Людку позвали. Это наша с Пашей одноклассница. И Игоря позвали. В общем, спонтанно все было, понимаете? Ева, ты еще долго? 5 минут, я нарежу. Так, не успеем, давай сюда. На поляне порежем. А что случилось? Паша звонил. Ему еще Людку с остановки забирать. Давай. Ну хорошо, тогда погнали. Ева Станиславовна. Можно просто Ева? Ева, если это был ваш нож, то почему, возвращаясь с пикника, вы его не забрали? Я не успела. Да и не до ножа мне тогда было. Ева. Что? Ты че как на иголках? Я думаю, нам вообще уже собираться пора. Так. Куда торопиться? Мне в банк еще надо успеть за деньгами. Ну, давайте тогда потихоньку выруливать. А Игорь с Людкой как ушли в лес за дровами, так пропали. Ты что, ревнуешь? Я волнуюсь. Ладно. Я пойду, поищу их. Вдруг заблудились. Они левее пошли. Да? И что, вы их нашли? Да, я помешала их интиму. Их, когда с Людкой застукала, я чуть с ума не сошла. Мне так противно было, что я даже не вернулась на поляну за вещами, а словила попутку и вернулась домой. Я же не знала, что Игорь такая скотина. И в тот момент готова была убить. Каким образом? Что каким образом? Каким образом вы были готовы убить Игоря? Да вы в своем уме? Да я никого не убивала, ни того, который в шкафу, ни Игоря. Хорошо, значит, вы утверждаете, что нож после пикника не видели, и кто его привез в город, не знаете. Ну, я правда не знаю. Ева Станиславовна, у кого, кроме вас, были ключи от вашей квартиры? Кто это? Это мой начальник, о котором я вам рассказывал. Меня зовут Сергей Никонов. Ну так что, у кого еще ключи от квартиры? У Игоря. И после ссоры вы, конечно же, их не забрали. А когда? Мы только вчера с ним поссорились, а сегодня... Скрипков, запиши фамилии и адреса людей, с которыми гражданка Томишевская была на пикнике. И езжай ко мне. Есть. Да, мама. Да, я поел. В кафе. Мама, хватит меня контролировать. Да не знаю я, во сколько я буду, не знаю. Добрый день. И вообще, мне дали комнату в общежитии. Ну как, в каком? В общежитии МВД.
Все, все, пока, мама. Здрасте. Здрасте. Давайте я вам помогу. Вот. Спасибо. На, почитай. Это экспертиза по квартире Томишевской. Угу. Эксперт пишет, что квартира Томишевской была вскрыта отмычкой. Значит, я был прав. Насчет чего? Насчет мотивации. Домушник залез в квартиру, чтобы ограбить Еву. А она его убила случайно, защищаясь. А нож? Как он мог оказаться на месте преступления, если Томишевская говорит, что оставила его на поляне, где был пикник? А может, она пикник выдумала? Да нет, она же была там с друзьями, они ее подвозили. У меня даже номер их есть. Вот же здорово. Наберешь и договорись встретиться. Выполняю. Черных, помощник следователя Скрипков. Где мы можем поговорить? Ну, идемте хоть на площадку. Идемте. Пойдем. Ты его знаешь? Скажите, позавчера вы были на пикнике с Евой Томишевской и Игорем Рябым? Да, что? Пикник как пикник. Мы часто выезжаем за город. Ну, там костры пожечь, сосиски пожарить. По три дней. Ева всегда с нами. Ничего необычного не произошло? Что-то, о чем стоило бы рассказать? Нет. А то, что Евка застукала своего любовника с Людкой и грозилась их обоих убить, это считается? Ее тоже? В смысле, Людку? Да, я думала, она их просто там и зароет. Она просто взбесилась. Ира, не преувеличивай. Я не преувеличиваю, я говорю, как было. Если тебе не нравится, рассказывай сам. Короче, мы поехали на шашлыки. Ева! Ева, ну перестань! Я не дура, я не слепая! Ева! Мне только интересно, давно вы за моей спиной трахаетесь, скотина! Меня в жизни больше никогда не видела! И тебя, шлюха, тоже! Ева! Да пошли вы все! Чего она психует? Да перебрала. А корзина? Скажите, в котором часу вы разъехались? Ну, темнело. Хорошо, спасибо, это все. Да. Сергей Юрьевич, Игорь... Парень Евы не отвечает на звонок. Я еду к нему домой. Простите, мне нужен Игорь. Кто-нибудь здесь есть? Сергей Юрьевич, можно я выйду на свежий воздух минут на 5? Здесь такая вонь. Труп покажу, иди дышать свежим воздухом. Да в том-то и дело, что здесь нет никакого трупа. А ты всю квартиру обошел? Да. А запах тогда откуда? Не знаю. Здесь в комнате такой срач и воняет чем-то протухшим. Ладно, ничего не трогай. Ты эксперта вызвал? Обижаетесь, Сергей Юрьевич. Я ни к чему не прикасался, экспертам позвонил. Еще пытался дозвониться хозяину квартиры, но у него телефон отключен. А соседи сказали, что ничего не видели и не слышали. Понял. После того, как дождешься экспертов, метнись к подозреваемой в участок. Получается, не все так просто, как мы предполагали. Есть. Дело становится все интереснее. В квартире потенциального свидетеля следы крови и вчерашнего застолья. К
которая явно закончилась потасовкой. Тела нет. Я уже дал запрос на розыск хозяина квартиры, но вы там проконтролируете на всякий случай. Хорошо. Ну, тогда до связи. Сыр, постой. А где врачиха твоя? А? Мы сегодня уже два раза ей звонили. Ничего не добились. То она обычно поговорить не дает, а на массаж тебя тянет, а тут... Да все в порядке. Равинская взяла отгул за свой счет. Понятно. Ты вот что, ты с ней как-то... Ну, не шлангуй, короче, Оля, массажа. Мы что, тоже все за тебя, всем коллективом. Ну, ты понял, да? Жалеть они меня будут. Жалельщики. Людмила? Людмила Подолянка? Молодой человек, если вы сейчас не прекратите звонить, я позвоню куда нужно. Не волнуйтесь, я оттуда, откуда надо. А, ну чего же вы сразу-то не сказали? А я вот смотрю, все звоните, звоните. Ну, дома, мало ли, проверять, есть ли хозяева или нет. А потом же, знаете, как вот так? Раз, и все. Все из квартиры. Вплоть до трусов. Вот, вот, из 16-й квартиры Озерниковых так ограбили. Ну, грабить я никого не собираюсь. Вы мне лучше скажите, Людмила Подолянка дома? Давно дома. Где-то до вас минут за 15 пришла. Да еще со мной так поздоровалась и быстренько вот так вот шмык и за дверь. Вот туда. Ну, если она дома, то почему она не открывает? Ну, кто ж сейчас этих молодых-то поймет. Вот я и сегодня утром говорю. Люда, твоя очередь мыть лестничную клетку. Нет, вы знаете, что она мне ответила? Нет, вы знаете? Что? Вам надо, вы и мойте. Ну, не бессовестно, а? Ну, ладно. Очень приятно. Всегда готова, рада сотрудничать, Анна Феоботовна. Спасибо большое, я запишу обязательно. Ой, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Ну что? Да, непростая комбинация. Твой студент, этот Скрипков, героический поступок совершил, как колобок. Ты о чем? От мамы своей ушел. И куда ушел? В общагу вашу ментовскую. Да ладно, не мели ерунды. Наша общага лет 5 как переполнена, и новых туда не берут. Я сам слышал, мама его, клянусь. Да. Сергей Юрьевич, со слов соседки, Людмила Подолянка жива, что не может не радовать. А что ты решил, что она не должна быть живой? А, ну, Ира, Пашина девушка, слышала, как Ева грозилась убить Рябова и Людмилу, вот я и подумал. А корзинку с ножом забрал Игорь. По-твоему, Игорь, как привидение, проник в квартиру, натворил делов и испарился? Сергей Юрьевич, зря вы иронизируете. Тем более, что у меня есть своя версия по этому поводу. Сейчас только поселюсь в общагу, приеду и расскажу. Конец связи. Какая общага? Мат, товарищ следователь. Подожди. Ну что тут же? Лёв. Лёв. Да я пошутил. Николай Владимирович, да. Здрасте. Вот, мне сказали, что есть места. Кто тебе сказал? Семейных некуда девать, ты говоришь, места. Так, а что мне делать? Что делать? Возвращайся, сынок, к маме. Это исключено. Я уже взрослый человек, у меня есть принципы. Ну, тогда я не знаю, извини, но ничем не могу помочь. Алексей. Да? Зайди ко мне на секунду. У меня к тебе пару вопросов есть. Хорошо. Представляете, в общежитии МВД нет места.
Можно он у вас постоит? Это буквально до вечера. А что будет вечером? Я что-нибудь придумаю. Ну ладно, давай оставим в покое твои географические перемены в личной жизни. Что ты там говорил по поводу квартиры Томишевской? Я уверен, что все было именно так. Томишевская застала Игоря Рябова с подругой, наняла зэка, чтобы тот наказал Игоря за измену. А потом, после исполнения заказа, решила все хорошенько почистить, да? Убрала исполнителя, засунула себе в шкаф, а на утро вдруг почему-то позвонила и вызвала наряд. Может, мы вызовем для Томишевской психиатрическую экспертизу? Ну, скажи мне тогда, где труп Игоря Рябова? Зэк от него избавился. От трупа хватило ума избавиться? От ножа нет, да? Что Людмила говорит по поводу ссоры на пикнике? Да не знаю я, так и не смог с ней поговорить. А чего ты тут сидишь? Давай, дуй к ней и без показаний не возвращайся. Сергей Ильич, я с самого утра на ногах. Ну... Да, и с чемоданом. Давай, выполняй поручение начальника. Есть. Значит так, пропавший твой свидетель Игорь, это не просто Игорь, а по кличке Рябой, наш клиент судим. Ясно. А что по крови в квартире Рябова? Ну, вторая отрицательная – это его. Ты думаешь, что эпизод с Томишевской в квартире как-то связан с тем, что случилось с Рябой? Ну, возможно. Обоснуй. Например, на ноже, найденном в шкафу у Томишевской, помимо крови неизвестного домушника, также были обнаружены следы второй отрицательной. Да. Понятно, что ничего не понятно, да? А, кстати, врачи-то приходили. Что? Людмила! Подолянка! Я знаю, что вы дома, у вас работает телевизор. Но раз не хотите по-хорошему, я пошел за слесарем из ЖЭКа. Кто вы? Что вам нужно? Чтобы вы рассказали все о ссоре с Евой Томишевской на пикнике, когда вы и ее парень... А до завтра не подождет? Нет. И я думаю, нам будет удобнее поговорить в квартире. Это исключено. У меня не убрано. Я помощник следователя. Мне состояние вашей квартиры не очень... Хотите что-то узнать? Задавайте вопросы. Хотя, честно говоря, рассказывать особо не о чем. Собака разрядился. Рассказывайте. Я Евке сразу сказала, что Игорь не для нее. Такой классный, короче. А она в самой школе еще такая, ни рыба, ни мясо. Вам не стыдно, что вы у подруги парня увели? Да какие мы с ней подруги? Хорошо. А где сейчас может быть Игорь? Да я же сказала вам, не знаю. Спасибо. Николай Владимирович, если вы насчет новостей... Нет, нет, то... я к тебе по поводу Равинской. Хочу серьезно поговорить с тобой. Что вообще происходит? Человек старается. Помочь тебе. А ты ведешь себя как пацан. Ну что это такое? Стуканула, значит? Ты знаешь, она все делает для тебя. Вот другой бы на твоем месте уже благодарен был бы ей. Извините, Николай Владимирович, но на своем месте я и сам разберусь. Алло, Анна? А, Лёв, привет. Здорово. Почту тебе принес. Еле забрал у почтальонши. Пихает в твой ящик, пихает. Я говорю, ну кто же ему принесет, кроме меня, правильно? А вот письмо какое-то важное из суда. Кого это ты там уже посадил? Лёв, мое дело ловить. Сажают в прокуратуру. Да это и так. Я
Я так. Ты чё? Зачем же бумажки-то разбрасывать? Лёв, брось. Брось, это от моей бывшей. От кого? От жены моей бывшей. А я забыл. Это ж вы с ней вместе учились на одном курсе на юрфаке. Ой, Серый, вы такая пара была красивая. Потом квартирку вам исправили. А где она вообще? Чего она не появляется? Я ее тут ни разу не видел. Лёв, болезнь третьего курса. Шла замуж за перспективного юриста, а вышла за безногого коллегу. Вот так. Ну, а дети? Что дети? Извинись, Серега, чё я лезу не в свое дело. Серега, ты мужик еще молодой, у тебя все впереди. Твоя тебя еще ждет. Да хоть эта массажисточка, будет же девка. Лёва, ты что, тоже как все? Ты пришел выпить, да? Ну иди и пей! Мы с тобой вот с такого знакомы, Серега. Вот с такого. Тебя жизнь побила, меня тоже, кстати, не гладила. Я такой же калека, как и ты, только с руками и ногами. Но я, в отличие от тебя, близких людей не отталкиваю и не унижаю. Лёва! 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 Вот оно что. Долго вы меня еще собираетесь здесь держать? А во всем не разберемся. Вы знаете этого человека? Вы меня за дуру держите. Конечно, знаю, он у меня из шкафа вывалился. Я этого никогда не забуду. А вы его раньше видели? Нет. Вы уверены? Абсолютно уверена. Скажите, а имя Станислав Александрович вам о чем-то говорит? Нет. А если подумать? Ну, хорошо. Погодите. Этого не может быть. Как вы узнали, что это ее отец? Криминалисты вычислили его по отпечаткам. И Ева не узнала собственного отца? Он первый раз сел, когда ей не было и года. Пока сидел, мать с ним разошлась. Когда вышел из зоны, папаша к ним так и не вернулся. А ты что об этом всем думаешь? Я думаю, что это зэк и убил Рябова по заказу дочери. Ну, только не смотрите на меня так. Давайте я договорю, да? Ладно, давай. После очередной ходки отец вспомнил, что у него есть дочь. Нашел ее и решил встретиться. Ну, может, чтобы денег попросить. А она заказала ему любовника, чтобы потом убить и папашу. Да, твои теории разнообразием не отличаются. Ну, хорошо. А по-вашему, что случилось? Мне надо сначала понять, где сейчас этот Игорь Рябой. Слушай, ты с этой Людкой говорил? Да. Ну и что? Да ничего нового она не рассказала. Секунду. Вот ее показания. Ну и почерк у тебя, студент. Ты хоть сам понимаешь, что ты написал? Зато я печатаю красиво. Что вы от меня хотите? Зачем вы меня целый день здесь держите?
Я уже вам рассказала все, что могла, и не раз. Ну, значит, не все. Ева, скажите, а Игорь? Ваш молодой человек знал, что у вас вечером дома будет крупная сумма денег? Ну, конечно, знал. Он меня и познакомил с этим парнем, который гоняет машины из Европы по дешевым ценам. Да мы с ним должны были идти на эту сделку, если бы не... А вы знали, что Игорь Рябой отсидел 3 года в колонии за разбойное нападение? Что? То есть об этом он вам никогда не рассказывал? А где сейчас деньги, которые были у вас с собой вечером, когда все случилось? Вы меня спрашиваете? Это же ваш милиционер, у меня их изъял с утра еще. Сказал в интересах следствия. Он их никуда не дел? Вы кому-то говорили, что деньги у вас изъяли? Кому? Вы же у меня телефон отобрали. Ну, прекрасно. Сейчас я попрошу вас сделать один звоночек. А ты, Скрипков, возвращайся на базу. Организуешь мне прогулку. Похоже на женщину. Быстрее, студент. Жадность фраера сгубила. Сидеть. Руки. Руки, Рябой. Признаться, я не ожидал, что будет так все просто. Ты с таким опытом попался в элементарную ловушку. А вы ничего не докажете. Ева моя девушка, я ее люблю. И поэтому убил ее отца. Станислава Томишевского. А я не знаю никакого Томишевского. Да ладно. А кто ж тогда сидел с ним в одной колонии? Более того, когда у тебя возникли проблемы там, он вписался за тебя и взял тебя под свое крыло. А потом, откинувшись, скорее всего, пришел требовать долг за защиту. Когда это было? Когда ты вернулся с пикника? Все это вы знаете. Гостя мне рад. Ты как зашел? Садись, выпьем.
мне бабки нужны. На первое время. Сам понимаешь, только откинулся. Понимаю. Но бабок нет. Мне насрать. Должок за тобой, Рябой. Забыл, что ли? Хорошо. Отдам я тебе бабки. Сегодня ночью хату возьму. Нормально там бабок? Нормально. Тёлка задумала тачку купить. А сегодня из банка бабки притащат. Чё за тёлка? Типа, баба моя. На шухере постоять надо? Не надо. Евка на снотворном. Уснёт, там ко мне разбудишь. Евка? А ну давай говори адрес Евки своей. Вдвоём пойдём. Ну что, мне продолжать? Или сам расскажешь? Складно рассказываешь. Да вот только убивать мне его резона не было. Но вначале, может, и не было. Но потом, когда Томишевский узнал, что Ева его дочь, он пригрозил тебе, что уроет тебя, если хоть один волосок упадет с ее головы. Если бы я знал, что Ева дочь Стаса, я бы к ней на пушечный выстрел не подошел. Ты черт! Ева Петровна, я тебя! Я тебя в землю закопаю! Интересно, как мертвый Томишевский оказался в квартире дочери. В драке Рябой пырнул Томишевского ножом и сбежал. Когда Томишевский пришел в себя, он решил, что Рябой поехал к его дочери. Ну и Стас бросился к ней, чтобы защитить ее. Ну что, 15 лет за убийство тебе уже обеспечено. А я не убивал. Я защищался. Подождите, Сергей Юрьевич, как это возможно? Вы же сами только что сказали, что когда Рябой сбежал, Томишевский поехал на квартиру дочери. Живой. Да, так и было. Под действием адреналина он добрался до ее квартиры. Открыл дверь отмычкой, увидел, что Ева спит, решил ее не будить, а дождаться Рябова. Но не смог дождаться. Он умер в шкафу. А если бы ты, студент, читал повнимательнее заключение, ты бы увидел бы, что смерть наступила у Томишевского от раны, нанесенной ему за пару часов до смерти. Из-за специфики удара у Томишевского было внутреннее кровотечение с минимальным вытоком наружу. Жуть какая-то. Томишевский умирал в шкафу, пока его дочь спокойно спала в другой комнате. Ну да. Дела. Так что, Володька, пакуй. Пойдем. Сергей Юрьевич, а где Рябой был все это время? Там, куда тебя и не пустили. Верно, Рябой? Я думаю, что будет удобнее поговорить в квартире. Это исключено. У меня не убрано. Я помощник следователя. Мне состояние вашей квартиры совсем... Хотите что-то узнать? Задавайте вопросы. Хотя, честно говоря, рассказывать особо нечего. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Я вас слушаю, что вы хотели. Вот возьмите. Что это? Это ваше. Что это? Это ваши деньги за массаж. Можете пересчитать. Мне за ваш массаж неплохо платят в управлении. Или вы сунули этот конверт, чтобы в очередной раз меня унизить? Я вижу, вы опять получаете огромное удовольствие. Имели смелость настучать
Имейте мужество признаться. В чем я должна признаться? Да. Сергей Юрьевич, мне нужно вам кое-что рассказать. Слушай, студент, мне сейчас не до тебя. Кстати, если тоже хочешь настучать на меня Тетереву, бери пример с Равинской. Вы меня сейчас убьете? Но это я слил вашу ссору с Равинской Тетереву. Что? Что ты сказал? Я хотел как можно лучше, только не вешайте трубку. Послушайте, вы можете мне объяснить вообще, что происходит? Правда, я не понимаю, в чем я перед вами провинилась? Почему вы все время пытаетесь меня оскорбить? Неужели я заслужила такое отношение? Вы попросите, это не... Соберите свои деньги, и чтобы это было первый и последний раз, понятно? Да. Сергей Юрьевич, я знаю, что вы злитесь, но тут такое дело. Можно мне пожить у вас буквально на пару дней, пока я не решу проблему с общежитием?